Будем продолжать крутиться вокруг маунта, да? Только на прошлой уроке мы с вами рассматривали варианты, как уйти, когда на вас человек сел, да? А теперь будем рассматривать варианты, что можно сделать вообще в маунт. Ну, такие самые простые вещи. И вот смотрите, да, самый первый момент какой? Как я и говорил, мало всегда прийти в эту позицию, да? Хорошая позиция, 4 балла, все, но мало кто сюда прийти. 4 балла вам дадут только после того, как вы на 3 счета это удержите. То есть, если вы сюда пришли, а Андрюха вас в движение взял и сбросил, ну, вам, скорее всего, там дадут преимущество, но 4 балла не дадут, потому что вы не удержали эту позицию. Поэтому, когда вы сюда пришли, вам сначала ее нужно удержать, там, раз, два, три, вам дали 4 балла, а дальше вы начинаете уже что-то придумывать. И опять же, если вы что-то хотите сделать в этой позиции, то вы обязательно должны контролировать позицию. Не просто там раз кинули что-то делать, нет, потому что любое ваше движение он может использовать против вас, чтобы вас скинуть. Это нужно всегда учитывать, то есть любое движение, любое действие, которое вы хотите сделать, оно всегда должно быть подконтрольно, чтобы вы в любой момент могли удержать эту позицию. В принципе, как я и говорю, то есть вы можете сидеть высоко, ну, то есть вам придется отрываться, может быть, для того, чтобы руку захватить, предположим, да, или как переместиться. Вы можете быть низко. Когда вы находитесь низко, да, старайтесь грудью лежать у человека на лице, там вы можете, если вы хотите, если человек колбасится очень здорово, да, вы можете там использовать руки для того, чтобы равновесие держать, либо вы можете одну руку взять под шею и вот этой рукой только контролировать, она как бы ходит достаточно глубоко. То есть, если вдруг там какое-то очень уж мощное движение, вы можете ногу выставить. Да? Ноги у вас могут быть либо так, чтобы вы могли растягивать, да? Ну, то есть зацеплять или не давать нормально ногами работать. Они могут быть под ним. Вот так ему тяжело будет, потому что, ну, как бы ему тяжело работать, ему нужно будет ваши ноги убрать, то есть, чтобы его ноги оказались внутри, например, для того, чтобы он что-то делал. Помните, как на прошлой тренировке, да? Там мост делали и все такое. Да? Если ваши ноги зацеплены, вы их контролируете, ему это все тяжело будет делать. То есть ему нужно будет убирать это все. Вот. Плюс ко всему, да, понятное дело, что, как я и говорил, тот, кто снизу, его задача там постараться убрать локти вовнутрь, то есть, соответственно, вы, ну и защищаться, да, то есть не раскидывать свои руки. Потому что если он начнет раскидывать свои руки, там все, да, там все очень просто. Раз, бам, бабах, и пришел он сам бам. Вот. Поэтому, соответственно, он будет стараться там запихнуть локти, ну и вот здесь вот она и получается борьба. Это что вы можете делать, как минимум, да, то есть, локоть вам мешает, вам к нему не подобраться, да, там взяли просто раз локоть, колено подставили, там второй раз подставили. Ну, то есть, либо вообще двумя руками вот таким движением. Если это ги, то в ги, конечно, легче, потому что можно прихватывать за рукава. Но здесь ги нету, поэтому придется да, под, брать под, просто прям запихивать и раз. И ставить сразу же колено туда вставить, чтобы он нам, если он уж попытается обратно, чтобы он уже не на пол ее вернул, а именно вам на бедро. То есть, это что касаемо таких контролей, работы с руками.